Сотрудники дирекции благоустройства города Рязани начали работу по уборке и дезинфекции надземных пешеходных переходов. Во вторник, 19 мая, на остановке «Рязанская таможня» надземный пешеходный переход закрыли на несколько часов. Рабочие помыли все поверхности внутри, убрали мусор и очистили стены от расклеенных объявлений и граффити. Рабочие применяют как механическую, так и химическую очистку поверхности надземного перехода. Используются дезинфицирующие средства, шампунь и вода, которые распыляются при помощи специальной техники. Растворы применяются специальные. Они предназначены для мытья проезжих частей дороги, туннелей и мостов. Это специальные моющие средства, которые предварительно наносятся. Затем они впитываются, разъедают грязь, и через несколько минут они смываются чистой водой. Плановые мероприятия по уборке и дезинфекции будут продолжены. Работа эта трудоемкая по времени и по исполнению. После приведения в порядок надземного перехода на таможне сотрудники дирекции благоустройства города перейдут к уборке следующих объектов. У нас есть подземный пешеходный переход, но там немножко другая методика применяется при мытье. Будем мыть все их по очереди. Также проводим дезинфекцию подземных и надземных пешеходных переходов. Дирекция благоустройства регулярно проводит уборку в надземном переходе у остановки «Рязанская таможня», а также подземных у остановок «Барс», «Дом книги» и «Строительный колледж». Там убирают мусор, очищают урны, проводят дезинфекцию. Кроме того, стены очищают от расклеенных объявлений и граффити.